твоя жизнь? Под электронную. Кто твой любимый дизайнер? Ой, невозможно так определить сразу, кто мой любимый дизайнер. Все хороши по-своему. В каждом сезоне каждый хорош. А в этом? В этом, ну, конечно же, там Balenciaga качает. Я не знаю, это, конечно, не дизайнер, это бренд больше. Быть стилистом, нежели дизайнером. Но чтобы создавать прям что-то, нет. Кроить, одевать, я... Нет, у меня такого не было стремления никогда. Но потом хочется... Да, конечно, но если хотела убрать, но мне сказали, пускай будет. И каждый раз увидят татуировщики, такие смотрят, типа, о, я первая. Да, это же, когда их уже много, это становится историей определенной. И, конечно, пускай будет первая. В чем твоя фишка, Карин? Не знаю, это я вас должна спрашивать, в чем моя фишка. Ну, мне кажется, в обаянии. О чем ты мечтаешь? О чем я мечтаю? Ребенке, открыть веганский ресторан, может быть, даже уехать в Америку. А ты веган, да? Нет, я не веган. Мне хочется почему-то открыть хороший вегетарианский ресторанчик с хорошим кофе, чтобы мои друзья приходили, чтобы музычка на винетчике играла. Ну, разные мечтают.